приветик. Скулишь, мой хороший. Не можешь встать, да? Шкетик, шкет. Чего, мой хороший? Может, ему мороженое там мое отдать? Смотри, скулит, лежит. Друзья, а что сказать? Безумству чокнутых поем мы славу. А самое здоровое, самое прекрасное то, что даже в Чехове я нашла родственную душу. Ну скажите, какой нормальный человек в 2 часа ночи отзовется, когда его разбудят и спросят, не хочешь прокатиться и совершить чокнутый поступок? А человек говорит, хочу, а потом просыпается. Дело в том, что очень поздно мне во 2 часу ночи переслали сообщение, что лежит поломанная собака 2 суток. Я зашла в переписку, почитала, и, ребята, чисто, тихо так охренела. 2 суток лежит раненый, переломанный пес. А люди обсуждают, надо его спасать. Ой-ой-ой, муси-пуси и прочее-прочее. Скажите, куда мы катимся? Что с нами происходит? Почему, ребята, так тяжело поднять задницу, раскрыть свое сердце хоть чуть-чуть, впустить в него каплю доброты и пойти помочь? Представьте себе на месте этого несчастного зверя, человека. Вы также пройдете мимо? Мы едем за собакой. Человек, который создал этот пост, девушка, она отозвалась и сказала, да, я вас жду. Мы ее тоже разбудили, чтобы уточнить, где собака лежит. И сейчас, ребята, мы едем спасать собаку в 2 часа ночи. Начало 3-го? Почти 3. Нина, скажи-ка мне пару слов. Что сказать? Люди, будьте добрее. В конце концов. А главное, умейте совершить хоть что-то в своей жизни. Да. А не просто проходить мимо, ковырять носу и охать и ахать. Возьмите да сделайте дело, чтобы никто не мучился. И да? Может быть, вы будете гордиться своим поступком? Вот это точно. С Богом. С Богом. Друзья, мы на месте. Поставили машину так, чтобы фары светили. И идем туда. Так. Мы на месте. Ну, как он? Ты маленький мой. Ты мой хороший. Привет, малыш. Привет, за... Поверишь нам, детка? Да, мы тебе... Ничего, сейчас постараемся. Ты мой да, маленький мой. Ты мой хороший. Очень добрая собака. Ну, сейчас попробуем. Не бойся, детка. Не бойся, маленький. Я не укушу тебя, я тебя не обижу. Маленький. Сейчас, мой хороший. Пугливый. Ну, конечно, пугливый. Он боится, что с ним делать. Потому что ему больно, девочка. Ему больно и страшно. Шкет. Чего это? Все будет хорошо, зай. Сейчас мы тебе на всякий случай, да. Что-то нас не покусали. Мне просто тебя нести. Я боюсь, что ты меня можешь укусить. От боли может, мало ли что. Поэтому я тебя сейчас так немножко завяжу, а потом я тебя отпущу. Хорошо? Поедем потихонечку сейчас. Бедняжечка. Так, мне нужен ошейник, а вернее, поводок. Где он у нас еще? А он в ошейнике? Нет. Вот поводок. Ой, это ошейник. Хорошо. Не бойся. Так. Ребята, он очень тяжелый. Да. Я думаю, тяжелый. Давай. Сейчас как-нибудь будем поднимать. Попробуй, Леночка, с тобой встать. А, потихо, так, потихо. Давай, зайка мой, давай, сладкий. Поможешь, малыш? Так, мне нужен поводок еще у нас где-то был. Сейчас пойду принесу. Принеси, пожалуйста. Давай, сейчас я побегу. Мы сейчас сделаем шлейку, попробуем. Он очень тяжелый. Давай, да, сейчас я. Тихо. Ну, хорошо. Я почему смотрю, что я его не подниму. Он очень тяжелый. Ну, конечно. Прям вообще здоровяк. Как мы с тобой дойдем, а, солнышко? Давай, клади его туда, сейчас сюда. И понесем. Вот. Ага. Сюда, лапочка-то. Вот, отлично. Сможешь, маленький? Давай как-нибудь. Хорошо? Пойдем. Пойдем, мой солнышко. Thank you.
Ложись. Ой, да. Все хорошо. Я не подниму его. Нам бы мужика бы какого. Тут надо только вдвоем. Вот туда его. Задние двери открывай. Так, да. Держите. Умрет. Осторожно. Так, наверное, вот здесь вот давайте. Аккуратно под ноги смотрите, ребят. Так, сейчас я с той стороны залазю. Мы в машине. Спасибо, друзья. Фу. Сейчас я мужнейку сниму. Деньги нужны? Здесь куда скидывать-то хоть? Ребят. Дайте номер свой. Куда вообще скидывать? На корм, не на корм. А, ребят, заходите в интернет, набирайте. Лохматан. Котик. Лохмат. Есть ютуб? Открывай ютуб. Солнышко. Все, на этом месте у нас WhatsApp. Ну все. Так, ребят, завтра будет ролик о нем. Вот, я вам напишу тогда? Конечно, вы скинете там, да, да. Куда, где. Ребят, только почему он двое суток лежит? Ой, я вообще не знаю. Дай-ка мой телефон, Ин. Ну что, ребята, собаку мы забрали. Слава богу, подошли какие-то ребята и помогли донести. Вот мальчик. Огромный, тяжелый, и я думаю, что он у нас метис. Да, солнышко? Кавказец, ушки обрезанные. Все будет хорошо. Все, мой хороший, все. Мордочку развязали. Все хорошо, детка. Отдыхай, солнышко. Сейчас приедем в приют, а завтра уже будем думать, где делать снимки и все остальное. Ты мой хороший. Ну, все, ребята. Ну, счастливо. А то. Все, ребята, с Богом, едем домой. Все хорошо, малыш. Спокойно едем, да? Ложись, отдыхай. Маленький мой. Да, Шедо? Шедо, ай, ты мой хороший. Все хорошо, детка. Да. Ты красивый, огромный такой. У него сломана задняя лапа. А может две, да, но не знаю. Мы его грузили осторожно, морду перевязывали. Вон с Инной едем. Не одна я чокнутая, Лен. О, видишь, рассвет начинается там вроде где-то. Туда разворачивайся. Все, зайка, приехали. Не, нам заезжать надо будет. А? Заезжать внутрь надо будет. Ну да, только кого тащить-то сейчас я. Ну вот мы и приехали. Ну вот, взбудоражили в 5 утра весь приют. Тихо, ребята, тише. Ребята, заносим. Заносим, осторожно. Их сразу на кроватку ложите. Да. Аккуратно туда его. Прям ложите его, ребят, там. Ага, потихоньку. Умница, мальчик наш. Закрывай двери. Так, водичку поближе. Все, расстилай просто. И ошейник с него сними. Я ему туго застегнула. Да, ошейник просто сними. Поближе. Все, малыш, ложись. И знаешь, что корм на всякий случай, может, он есть хочет. Ну да, надо его кормить. Мы не знаем, кушал, не кушал. Все, маленький. Что здесь? Смотри, вот водичка. На. Пей водичку. Ложись, давай, ложись. Ложись, детка, ложись. Чуть-чуть. Давай корм. Не принесли еще? Ты мой красивый, старичок мой хороший. Ты хороший, маленький. Все будет хорошо. Ребята, он стоит, но у него сломана вот эта лапка. Вот с этой стороны лапа, бедро сломано. Стоит на одной лапке. Да, котик?
Ну все, ребята, акция по спасению закончена. Мы уезжаем. Ну что, друзья, рассвет наступил. Усталые, но довольные, мы едем домой. Мальчика оставили в бытовочке. Пока решим, кто и куда и когда его повезет. Вести необходимо, снимки делать необходимо. Операция ребенку понадобится однозначно. Друзья, мы свою работу сделали. Нас никто не заставлял. Это просто веление души. Теперь ваша очередь, друзья. Вы с нами, вы поможете. Потому что вы единственная наша надежда. Наши подписчики, наши друзья, старые и новые. Мы вам очень благодарны за все, что вы делали все эти годы. И надеемся, что наша дружба продлится еще не один год. Добра вам, люди. Добра вам.